Kopi cana baklava, yeri parlay. Kopi cana baklava, yeri parlay. Kopi cana baklava, yeri parlay. Kopi cana Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yashoda Nandana Praja Jana Ranjana Yamuna Kira Bala ba, giri bar chai.
Hare Krishna,
this part one? Yeah. Second chapter. Second chapter, verse 5. Mm-hmm. Om namo bhagavate vasudevaya. 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 We're reading from, going to read a verse from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Text Number 5. Читаем Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 2, Божественность и Божественное служение, 5 текст. Мунаях садху приштхохам бхавадбхир лока мангалам бхавадбхир лока мангалам яткрита кришна сампрашно енатма супрасидати мунаях садху приштхохам бхавадбхир лока мангалам яткрита кришна сампрашно енатма супрасидати мунаях садху приштхохам бхавадбхир лока мангалам яткрита кришна сампрашно енатма супрасидати Мунаях садху приштхохам бхавадбхир лока мангалам яткрита кришна сампрашно енатма супрасидати Муная, о мудрецы, саду, это уместно. Пришта спрошенное. Агам, я. Бхавадбхир, всеми вами. Лока, мира. Мангалам, благо. Яд, поскольку. Крита, задали. Кришна, личности Бога. Сампрашна, существенные вопросы. Ена, которыми. Атма, душа. Супрасидати. Полностью удовлетворяется. О мудрецы, вы задали правильные вопросы. Они ценны тем, что относятся к Господу Кришне. И, следовательно, касаются благополучия всего мира. Только такие вопросы способны принести полное удовлетворение душе. Комментарий Шрила Прабхупады. Как упоминалось выше, целью Бхагаватам является постижение абсолютной истины. Следовательно, мудрецы Наймишарани задали правильные и уместные вопросы, ибо они касаются Кришны, Верховной Личности Бога, абсолютной истины. В Бхагавадгите 15.15 Верховный Господь говорит, что единственная цель вед –
побудит человека искать его, Господа Кришну. Поэтому вопросы, относящиеся к Кришне, составляют суть всех ведических исканий. Весь мир полон вопросов и ответов. Птицы, звери, люди – все постоянно спрашивают и отвечают. День у птиц начинается с вопросов и ответов. И вечером те же птицы, возвращаясь в гнезда, опять приступают к вопросам и ответам. Человек, если он не спит, тоже занят тем, что спрашивает и отвечает. Дельцы на рынке, адвокаты в суде и учащиеся в школах и колледжах – все спрашивают и отвечают. Законодатели в парламенте, политики и репортеры задают вопросы и получают ответы. И хотя вся их жизнь проходит в вопросах и ответах, это не приносит им удовлетворения. Душа может обрести удовлетворение только в вопросах и ответах, относящихся к Кришне. Кришна – наш самый близкий господин, друг, отец, сын и возлюбленный супруг. Забыв о Кришне, мы создали великое множество объектов для вопросов и ответов. Но ни один из них не способен принести нам полное удовлетворение. Все, кроме Кришны, приносит нам лишь временное удовлетворение. Поэтому, если мы хотим обрести полное удовлетворение, то должны обратиться к вопросам и ответам о Кришне. Мы не можем прожить и секунды без того, чтобы не задать вопроса или не получить ответы. Шримад-Бхагавата имеет дело с вопросами и ответами, относящимися к Кришне. И поэтому только чтение и слушание этого трансцендентного произведения способны принести нам полное удовлетворение. Человек должен изучить Шримад-Бхагаватам и прийти к всестороннему решению всех социальных, политических и религиозных проблем. Шримад-Бхагаватам и Кришна – совокупность всего. Тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру нилитамина тасмай шри гураве намаха шри читанья манобиштам схапитам ена бутале Своим руках подмахьям, подати сва под антикам. Бандехам Шри Гуру Шри Тападакамалам, Шри Гуру Вайшнавам Сча, Шри Рупам Санкратятам, Сагана Рагунатхам Витам, Там Саджиям. Садвайтам Савадутам Риджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падан Сахана Лалита Шри Вишакан Витам Сча Хе Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагат Пате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастуте Таптаканчана Гауранге Раде Вриндаванишваре Вришабану Сутаде Радамами Хари Прие Ванчакопата Рубешча Крипасинтубья Эвача Патиданам Баванебьо Вайшнавибьо Намо Намаха Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васаде Гора Бхакта Бринда Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Сутта Госвами is appreciating the questions of the sages. Итак, Сутта Госвами хвалит вопросы мудрецов. In the first chapter of the Srimad Bhagavatam, we have the sages in Naimisharanya forest putting various questions to Sutta Goswami. Здесь в первой песне Бхагаватам
описывается то, как мудрецы Наймишарани задают различные вопросы Сути Госвами. And Sutta Goswami is saying, your questions are very nice because they're all in relation to Lord Krishna. И Сута Госвами говорит, ваши вопросы замечательные, поскольку они связаны с Господом Кришной. And it's only questions in relation to Krishna which can satisfy the soul. Ибо только вопросы, относящиеся к Кришне, могут удовлетворить душу. Srila Prabhupada in his purport elaborately explains about how everywhere there's questions and answers going on. И Шрила Прабхупада в своем комментарии очень ясно так объясняет, что вопросы и ответы повсюду происходят. The birds in the morning are busy with questions and answers. Птицы и все остальные с утра до вечера задают вопросы, получают ответы. And you go to the market, there's questions and answers. How much is this? На базаре там вопросы, сколько это стоит. And in the school, questions and answers. В школе вопросы, ответы. Everywhere, what's going on? Повсюду. But these questions are not in relation to Krishna. They don't satisfy the soul. Но такие вопросы, ответы, не относящиеся к Кришне, не удовлетворяют душу. We're all looking for something to satisfy ourselves. We want that satisfaction. Но мы же при этом ищем нечто, чтобы удовлетворило нас как личность. And we're trying so many different ways. We're looking in so many different places, trying to find that ultimate pleasure, that real satisfaction. И продолжаем повсюду искать нечто, чтобы принесло нам полное, окончательное удовлетворение. And we can go on searching for many lifetimes and never become satisfied. И так может продолжаться многие жизни, и по-прежнему остаемся неудовлетворенными. In Bhagavad Gita, Lord Krishna explains how the gyanis, they have the people who have knowledge, they cultivate knowledge by the speculative process. It takes them many, many lifetimes to progress. В Бхагавад-гите Кришна описывает положение гьяни, людей, накапливающих знания через размышления. Это занимает у них многие-многие жизни. We do not get satisfaction just by being a scholar. Ибо невозможно стать полностью довольным, будучи ученым. We do not get satisfaction just by reading books. Нельзя быть полностью довольным, читая книги просто. We have the example Srila Vyasadeva wrote many books, but he was not satisfied. Даже сам Вьясадева, его пример показывает то, как написав множество книг, он по-прежнему чувствовал неудовлетворенность. We can read here in this first canto of Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva, how he was despondent, he was not satisfied. Although he had written so many books. Об этом говорит как раз первая песня Бхагаватам, как Шрила Вьясадева, составив столько книг, по-прежнему был недоволен чем-то. He'd written Mahabharata. Он же даже Махабхарату составил. He wrote 18 Puranas. 18 Пуран. He was not satisfied. И при этом не был счастлив. And he wondered, what's wrong? What did I do wrong? Why am I not feeling that satisfaction? И естественно, он задумался, что ж я не так сделал? Почему я не чувствую полного удовлетворения? Of course, he could understand that perhaps it is because I have neglected the importance of devotional service to the Supreme Lord. Конечно, он был в состоянии понять, что это, скорее всего, происходит потому, что я не так выделил, не так подчеркнул необходимость и важность преданного служения Кришне. He done great service for mankind by writing books like Mahabharata and the other different Vedic literature. Безусловно, он оказал величайшее служение, услугу всему человечеству, составив Махабхарату и другую ведическую литературу. Prabhupada said Mahabharata is more important than the Vedas today. Prabhupada говорит, что в текущий век Махабхарата даже
более важна, чем изначально четыре веды. Vedas can only be understood, can only be read by the brahmanas. Ordinary people are prohibited from reading the Vedas. Ибо веды могут читать только брахманы настоящие. Обычным же людям их даже запрещено читать. But Mahabharata is for everyone. А Махабхарата для каждого. Women also can enjoy reading Mahabharata. Даже женщины могут наслаждаться, читая Махабхарату. But you don't get love of God from Mahabharata. Но из Махабхараты вы не получите любовь к Богу. Jiva Goswami said nobody ever got prema from the Mahabharata. Джива Госвами об этом говорит, что никто еще никогда не обрел прему от Махабхараты. Because Mahabharata is just giving a lot of histories, a lot of pastimes, a lot of rituals are being described. Ибо в Махабхарате описано множество историй, разных происшествий, игр, разных наставлений. You can read about the worship of so many different demigods. Ритуалы описаны, например, то, как поклоняться различным полубогам. And of course the whole history of the battle of Kurukshetra and the war there and the killings. Подробно описана битва, естественно, на Курукшетре, все эти убийства. And most of the Mahabharata is grandfather Bhishma Dev laying on his bed of arrows giving instruction to Maharaj Yudhisthira. И большую часть Махабхараты составляют наставления Бишма Девы, лежащего на ложе из стрел и наставляющего Махараджу Юдхиштхиру. Grandfather Bhishma was instructing Yudhisthira in how to rule the kingdom, how to rule the world, what his duty as emperor was. Он ему описывает, как ему руководить всем миром, управлять, в чем его обязанности как императора всей земли. And so these things are important, but they're not the highest principle of religion. Все эти вещи, безусловно, важны, но они являются высочайшими религиозными принципами. So Srila Vyasadev, while giving nice knowledge, helping people to come to a higher consciousness, he had not directed them to the supreme goal of life, Lord Krishna. Итак, Висадева очень помог людям, позволяя им подняться до высшего уровня состояния сознания, но при этом не дал им высочайшую цель человеческой жизни. He spoke a lot about karmakandi activities, different fruitive activities for getting more material pleasure. Например, он дает раздел такой, как кармаканда, плодотворная деятельность ради достижения материального благополучия. He did not stress the importance of devotional service. И при этом не подчеркивает важность преданного служения. And the ultimate goal to worship Lord Krishna, to develop love for the Lord. Не подчеркивает того, что центральная, главная цель жизни – поклоняться Господу Кришне и так развивать любовь к Нему. Right, the Vedic literatures cover three aspects. There is Sambandha Gyan, Abhidaya Gyan, and Prayojana Gyan. И ведическая литература дает, описывает три главных принципа: Самбандху, Абхидею и Прайоджану. Sambandha Gyan, knowledge of our relationship with the Lord and His different energies. Самбандха Гьяна – это знание о наших взаимоотношениях с Господом и Его различных энергиях. Krishna says in Bhagavad Gita, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. I am the source of everything material and spiritual. The wise who know this worship me with all their hearts. Кришна говорит в Бхагавад Гите, я источник всех духовных и материальных миров, и мудрые, кто в совершенстве знают это, поклоняются мне всем сердцем. This is Sambandha Gyan, knowledge of the material world, the spiritual world, seeing everything is Krishna's energy. Это Sambandha Gyana, видеть, что и духовные, и материальные миры, все это энергии Кришны. Everything belongs to Krishna. This is the beginning of knowledge. Все принадлежит Кришне, таково только начальное понимание знания. And we should use this knowledge to cultivate devotion for him.
И это знание необходимо использовать, чтобы взращивать в себе преданность Кришне. Then Krishna gives us Abhidaya Gyan, how to practice this devotion to Him. Затем Кришна дает нам Абхидея Гьяну, как практиковать преданность Ему. I understand Krishna is God, but how do I practice showing my devotion to Him? What do I need to do? Хорошо, я понял, что Кришна Бог, но как же я могу выказать свою любовь к Нему? Как мне непосредственно служить Ему? So Lord Krishna goes on in the Bhagavad Gita to explain how to be a devotee. What are the activities of a devotee? И Бхагавад Гите Кришна объясняет, что такое быть преданным Ему, что такое заниматься преданным служением. The thoughts of my devotees dwell in me. Their lives are surrendered unto me, and they derive great satisfaction and bliss by enlightening one another and conversing about me. Мысли моих чистых преданных всегда поглощены мне, мною, их жизни полностью посвящены мне, и они испытывают большое удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга и беседуя обо мне. So, there are activities in devotional service. It's not that we stop activities. То есть есть деятельность, относящаяся к преданному служению, не так, что мы прекращаем всякую деятельность. Just like we see here in Srimad Bhagavatam, the sages Naimisharanya have come to Naimisharanya to inquire about the principles of religion. Вот, например, эти мудрецы Наймишараньи, они собрались там в лесу и начинают вопрошать о принципах религии. They knew the Kali Yuga was beginning. Они знали, что начинается Кали-юга. And they knew the nature of this Kali-yuga, how people will become very irreligious in this age. И они знали о природе этого века. Они понимали, что люди станут очень нерелигиозными. So they all came there to Naimisharanya to perform a sacrifice and to inquire about the purpose of religion and the essence of the scriptures. И они собрались в Наймишаране, чтобы совершать жертвоприношения и вопрошать о религии и о сути, о ее сути. Yeah, particularly they wanted to know about Lord Krishna and his different incarnations. В частности, они хотели узнать о Господе Кришне и его различных воплощениях. They wanted to know about Lord Krishna, how he performed his pastimes in this world. Они хотели знать, как Кришна приходит сюда, в этот мир, и совершает здесь свои деяния. And they wanted to know also, now that he is departed from this world, where are the principles of religion to be found? Также они хотели понять, где теперь нашли все принципы религии убежища, ибо Кришна покинул этот мир. So all of their questions were in relation to Krishna. Итак, все эти вопросы связаны с Кришной. Right? Prabhupada said, when you meet the spiritual teacher, you don't ask him to give you a lucky number. Amen. You don't ask him for a number, to give some number, you know, they have a lucky number, they'll give you a number and I will win a lot of money with this number. Like lottery? Yeah. То есть, когда мы встречаем духовного учителя, мы не встречаем его и не спрашиваем его о том, как вот, скажите мне какую-то счастливую цифру там, чтобы я, не знаю, в лотерее выиграл. То есть, не спрашиваем его о материальных каких-то приобретениях. Prabhupada said, sometimes people will come and they'll say, Swamiji, can you cure my leg? I have a problem with my leg. Иногда Прабхупада говорил, люди подходят ко мне и говорят, о, Свамиджи, не благословите меня, у меня с коленкой проблемы. And Prabhupada would say, why don't you just go to a doctor? А Прабхупада отвечал, а почему к тебе к доктору просто не пойти? But they say, no, I want to see your miracle, Swamiji. Но они говорят, не, Свамиджи, я хочу видеть, вот как насколько вы могущественны, какие вы чудеса творите. Prabhupada would say, my miracles are not for curing your leg. Прабхупада говорил, мои чудеса, это не ноги вам лечить. My miracles are for changing the heart of the conditioned souls, making them devotees. Мое чудо менять сердца обусловленных душ, делая из них преданных.
This is more important business than curing your leg. Это гораздо важнее, чем просто вылечить вам ногу. People in general, they don't know how to approach the spiritual teacher. То есть обычно люди не знают, с чем обращаться к духовному учителю. One man came with his hand, he showed Prabhupada, he said, Swamiji, can you tell me what's in my hand? Will I get a lot of money? Один человек подошел к Прабхупаде, показал ему руку и спросил, Свамиджи, не прочитайте у меня по руке, а о будущем вообще я разбогатею? Prabhupada looked at his hand and said, oh, very bad. Прабхупада посмотрел на руку и сказал, о, ужасно все. Old age, disease and death. Старость, болезни и смерть. You better chant Hare Krishna immediately. Лучше бы тебе поскорее начать повторять Hare Krishna. So, but the point is, people think that the business of the spiritual master is to satisfy their material senses. Но люди могут думать, что занятием духовного учителя является удовлетворение их нужд. But и прихоти. The spiritual master's business is to bring them consciousness of Krishna. Но это не так. Делом духовного учителя является подвести их к сознанию Кришны, чтобы они его воспринимали. Because the spiritual master knows it's only Krishna consciousness which can satisfy them. Ибо духовный учитель прекрасно знает, что только сознание Кришны может удовлетворить человека. Nothing else is going to satisfy them. Ничто больше на это не способно. Just becoming rich or famous or curing their disease, that's not going to satisfy them. Даже если вы излечитесь от всех своих болезней или станете известным или богатым, это все равно не принесет вам желаемого удовлетворения. There's no end to our material desires. Ибо конца и края нашим материальным желаниям нет. The spiritual master understands the real need is to come to Krishna consciousness. И духовный учитель понимает нашу истинную потребность. Это сознание Кришны. And to make them aware of Krishna. Чтобы человек мог воспринимать Кришну. Sometimes devotee, there was one very interesting devotee. His name was Vamsi Das Babaji. And he was a very renowned person. Был один очень интересный, преданный Вамшидас Бабаджи, который был очень отреченной личностью. So, there's a story that somebody asked him, what do you think of the government? Один человек спросил его, а что вы думаете о правительстве? Oh, of course, the word is different in Russian, the word for government. Anyway, but he when he heard the word government, he said, Govardhan? Ну, тут игра слов, да, на английском. То есть, когда он услышал это слово, government, правительство, он переспросил, Говардхан? Yeah, he did not want to talk anything political. He just wanted to speak in relation to Krishna. То есть он ни о чем не хотел говорить, там, мирском, политическом. Он только хотел говорить о вопросах, связанных с Кришной. This is the business of devotees, discussing Krishna. Вот этим занимаются преданные. Они всегда обсуждают Кришну. Everything else, other talking, is just wasting time. Все же остальное они считают просто потерей времени. There is topics of Krishna, and there is a village talk. Есть разговоры о Кришне и есть деревенские разговоры. In the village, you know, and if you go into any village, and then the ladies they come together in the marketplace, and they will talk to each other. They will talk mundane things, gossip. Вот в деревне, например, на базаре, так и говорят, бабки базарные, собираются женщины и начинают там говорить, сплетни всякие, слухи обсуждать. You know, they would say, oh, how are you today? Did you hear the news? Did you know about this person? Как ты сегодня, как слышал новости вот об этом, что он там сделал? This is the village talk. Это называется деревенские разговоры. Mundane talk. Мирские. But there is
topics about Krishna. Но есть разговоры о Кришне. And topics of Krishna are on a different level. И они находятся на другом уровне. Right, the topics of Krishna, that is for the swan-like people. Такие разговоры о Кришне предназначены для лебедеподобных людей. Just as the swan is always in the place where the water is clear and where there is a lotus flower, so there are people also like swans. Вот так же, как лебеди есть, которые предпочитают озера с чистой водой, с растущими в них лотосами, также есть подобные им люди. They like to hear. Которым нравится слушать о Кришне. But there are people who are like crows. А есть люди, подобные воронам. Where is the crow live? Where does the crow live? Где вот живут вороны обычно? We say the crow, the place of pilgrimage. We talk about the place of the place of pilgrimage for the crow is to go to the garbage. И так и говорится, что местом паломничества для ворон являются всякие свалки, помойки. Там эти вороны очень довольны себя чувствуют хорошо. Там находят себе пропитание. So there are people also like crows. Есть люди, подобные воронам. They simply relish the dirt of the material world. Которые наслаждаются грязью этого материального мира. So a very important principle in Krishna consciousness is controlling the tongue. Поэтому очень важным принципом сознания Кришны является контроль языка. Just as the devotee is careful not to eat bad food, we are also careful not to talk bad things. Так же, как преданные очень внимательны к тому, чтобы не есть ничего неположенного. Также они очень внимательны должны быть к тому, чтобы и не говорить ни о чем ненужном. It is said, nonsense talk will cause us to think nonsense thought. Ибо глупые разговоры ведут нас к глупым мыслям, мы потом будем об этом думать. And when we think nonsense in our minds, then we will act in a nonsense way. И когда мы о глупостях думаем, мы действуем тоже глупо, неразумно. And nonsense actions mean again birth, old age, disease and death. И такие глупые поступки приводят нас снова к повторению рождений, смертей. Brings us back into the material world. Тащит нас опять назад в материальный мир. So devotee is very careful to avoid talking nonsense. Поэтому преданные очень внимательны к тому, чтобы не говорить ерунды. But we have a tongue, we have a nature to speak. Но при этом язык-то у нас остается, и потребность говорить есть. And the proper use of that is to use it to speak in relation to Krishna. И правильным использованием этой способности является разговоры о Кришне. Sutta Goswami is appreciating the sages that their all of their questions are in relation to Krishna. И поэтому Сутта Госвами очень восхваляет, радуется вопросам мудрецов, ибо они все связаны с Кришной. Just like Maharaj Parikshit met Sukadeva Goswami, and all of their discussion was in relation to Krishna. Так же, как Махараджа Парикшит встретил Шукадеву Госвами, и все, о чем они говорили, было связано с Кришной. Сукадева Госвами was the son of Vyasadev, the son of a renounced Brahman. Шукадева Госвами был сыном Вьясадева, сыном отреченного Брахмана. Махарадж Парикшит was the son of Abhimanyu, the grandson of Arjuna, born in the royal family. А Махараджа Парикшит был сыном Абхиманию, сына Арджуны, то есть он принадлежал к царскому роду. So their backgrounds were very different. То есть их прошлое было очень, происхождение было очень отличалось. But they had one thing in common, that they were both devoted to Krishna. Но при этом их объединяла одна вещь, они оба были великими преданными Кришны. And therefore,
with Maharaj Parikshit being cursed to die in 7 days, he was very happy to have the association of Sukadeva Goswami. He was also devoted to Krishna. И поэтому Махараджа Парикшит, будучи проклятым на смерть через 7 дней, был очень счастлив обрести общество Шукадевы Госвами, который также был великим преданным Кришны. Maharaj Parikshit could understand that in the association of Sukadeva Goswami, there will only be topics of Krishna, discussion about Krishna. Махараджа Парикшит мог понять, что в обществе Шукадевы Госвами он будет слушать только о Кришне. But the discussion about Krishna is not only Krishna Lila. Но обсуждение науки о Кришне не включает в себя только лилы, игры Кришны. There is also discussion of Krishna's energy, particularly how he creates this material world. Также это включает в себя обсуждение того, как действуют энергии Кришны, как он творит этот материальный мир. What is called in Sanskrit Shristi Tattva, the process of creation. На санскрите это называется Сришти Татва, процесс творения. It's described 3 or 4 times in the first 3 cantos of Srimad Bhagavatam. Он 3 или 4 раза описан в первых 3 песнях Бхагаватам. People wonder, what does this have to do with Krishna? This is Krishna's energy. He's creating this world. Люди иногда недоумевают, а что общего здесь с Кришной? Почему это вообще здесь описано? Но они забывают, что это описание энергии Кришны, то, как Он через них творит этот мир. Before we come to the 10th canto Srimad Bhagavatam, we have to first of all understand the preliminary knowledge about Krishna. Перед тем, как перейти к 10-й песне Шримад Бхагаватам, к играм Кришны непосредственно, нужно обрести обязательно предварительное знание о том, как действуют энергии Кришны. Шрила Прабхупада was very cautious that people should not jump prematurely to the intimate pastimes of Lord Krishna. Шрила Прабхупада очень внимательно за этим следил, чтобы люди, не будучи зрелыми, не перескакивали к играм Кришны. You don't want to hear all the topics of Rasa Lila unless you understand also the Tattva. Нельзя слушать предметы, связанные с Расалилой, не понимая Таттвы. I was just reading, Gaur Govinda Maharaj said, if you read the 10th canto Rasa Lila and have not read the 11th canto Srimad Bhagavatam, you can fall down, you may fall down, there's a good chance. Я вот недавно читал, Гаур Говинда с вами говорил, что если вы читаете 10-ю песню Бхагаватам, Расалилу, но потом не читаете 11-ю песню, то у вас все шансы большие упасть. Because it's in the 11th canto, you get all the tattva to understand this Rasalila. Ибо в 11-й песне дается вся таттва, чтобы понять эту Расалилу. So Srila Prabhupada was very cautious about presenting all of these things. И Шрила Прабхупада был очень осторожен, очень внимателен в том, как все эти вещи представлять. In fact, the ninth offense in chanting the holy name is to instruct the glories of the Lord to faithless persons. Мы же знаем, что 9-м оскорблением при воспевании святого имени является проповедь неверующим о славе святого имени. So if we hear about the pastimes of Krishna but have not cultivated full faith in Lord Krishna, we're not really qualified to hear the pastimes of Krishna. То есть когда мы слушаем о играх Кришны, но при этом не имеем в него полной веры, то фактически это нас дисквалифицирует для такого слушания. We have to hear Bhagavad Gita very carefully. Мы должны внимательно очень слушать Бхагавад-гиту. We have to study Srimad Bhagavatam from the beginning. Мы должны изучать Шримад Бхагаватам с самого начала. The first 2 cantos are called the Padapadma, the lotus feet of the Lord. Первые 2 песни Бхагаватам называются Падападма, лотосные стопы Кришны. When we go for darshan, when we come to see the form of the Lord,
Когда мы отправляемся на даршан, взглянуть на божество Господа Кришны, прежде всего мы смотрим на его лотосные стопы. Just as when you meet a great personality, we look down, we lower our head, then we look up. Например, когда мы встречаем действительно какую-то возвышенную личность, очень мы очень смиренно себя ведем, сначала опускаем голову и только потом смотрим ему в лицо. In the same way, you go to the temple of Lord Krishna. We look first of all at his lotus feet, then gradually we look up towards his lotus face. Также и с Кришной. Сначала мы смотрим на его лотосные стопы, затем постепенно поднимаем взор к его лотосному лицу. So therefore, in studying Srimad Bhagavatam, we first of all read the first two cantos carefully, then gradually we work up to the tenth canto. Также и вот изучение Шримад Бхагаватам. Сначала мы очень внимательно изучаем первые две песни, и затем постепенно продвигаемся к десятой. The different cantos of Srimad Bhagavatam represent different limbs of the body of the Lord. И различные песни Бхагаватам представляют различные части трансцендентного тела Господа. We have to see Krishna. We have to develop our understanding of Krishna from the beginning. Итак, мы должны развивать понимание Кришны с самого начала. If we do not, then we will not understand properly the nature of Krishna's pastime. Если же мы этого не делаем, то мы не поймем правильно природу игр Кришны. Just like in Bhagavad Gita. Fourth chapter, verse number 9, very important verse. Lord Krishna says, "Janma karma chame divyam evam yo vetitapada." That if we understand the birth and the activities of Krishna to be transcendental, then when we give up the body, we never have to take birth again. Об этом говорит Кришна в очень важном 9 стихе 4 главы Бхагавад-гиты, где сказано, что человек, который правильно понял трансцендентную природу явления и деяний Господа, имеет все шансы после оставления этого тела не вернуться сюда, в материальный мир, но попасть в духовный. All the Vaishnava Acharyas, in their commentary on this verse in the Bhagavad Gita, they explain that you have to understand all of the knowledge in relation to Krishna, not just simply his birth and activities. И все ачарьи, комментирующие этот стих, в один голос говорят, что это значит, что вы должны понять все знание, касающееся Кришны, а не только связанное с его явлением и деяниями. We cannot just simply relish the pastimes. We have to hear also about Lord Krishna's different energies and how he is performing so many functions within the universe with his creative powers. Вы не можете наслаждаться только играми Кришны. Вы обязательно должны еще слушать о том, как он творит этот мир и действует в нем посредством своих многообразных энергий. Therefore, you see, in Srimad Bhagavatam, we get descriptions about creation. Then we're told about the manos and how their different duties. Then we hear about the Lord's different incarnations. Поэтому Бхагаватам полон вот этих описаний творения, воплощения Кришны, деяний ману. And then finally, we come to the tenth canto, and we can look on the face of the Lord. И в конце концов мы подходим к десятой песне, где мы можем взглянуть в лицо Господу. We can hear about Krishna's pastimes, how he takes birth and then his different activities in this world. Уже тогда мы можем послушать о играх Кришны, как он рождается в этом мире, как действует здесь. And even his most confidential pastimes with the gopis of Braja. И о его даже самых сокровенных играх с гопи в Раджи. So these are very advanced, confidential topics. Это очень-очень такие возвышенные, сокровенные предметы для обсуждения. They're not for general, they're not to be discussed publicly. Их вообще нельзя обсуждать публично, открыто. Lord Chaitanya only discussed these things in the association of 3.5 Например, сам Господь Чайтанья обсуждал эти предметы
только в кругу 3,5 преданных. У Господа Чайтаньи было 3,5 очень близких спутника. Сварупа Дамодара Госвами, Рамананда Рай, Сики Махити, and Сики Махити's sister. She is considered the half. Вот это Сварупа Дамодара, Рамананда Рай, Шики Махити и сестра Шики Махити, которая шла за половинку. She was also an intimate associate of Lord Chaitanya. Она тоже была очень сокровенной спутницей Господа Чайтаньи. But generally, we say, if you read Chaitanya Charitamrita, we can see how Lord Chaitanya preached to, first of all, Sarvabhauma Bhattacharya. И если мы читаем Чайтанья Чаритамриту, мы видим, как Господь Чайтанья проповедует, например, Сарвабхауме Бхаттачарье. Сарвабхауме Бхаттачарье, he explained Атмарама Шлока to him. Он объясняет ему Атмарама Шлоку, в частности. After he'd sit, Lord Chaitanya had to sit and hear Сарвабхауме Бхаттачарье explain Веданта Сутру for 7 days. Саму Господу Чайтанье пришлось выслушивать объяснение Веданта Сутры от Сарвабхаумы Бхаттачарьи в течение 7 дней. So Lord Chaitanya, sometimes he had to be very submissive and he had to be reserved. He had to wait and for the right opportunity to be able to reveal his knowledge. То есть Господу Чайтанье пришлось себя так вести очень смиренно, выжидая момента, когда он может своим знанием поделиться. And Lord Chaitanya had a very different discussion with Ramananda Rai. И совсем другой диалог состоялся у него с Рамананда Раем. Sarvabhauma Bhattacharya had been an impersonalist, and Lord Chaitanya had to bring him out from that impersonalism and bring him to devotional service. Сарвабхаума Бхаттачарья был имперсоналистом, и Господу Чайтанье пришлось его поднять на уровень преданности, преданного служения, сделать его преданным. But Ramananda Rai was already absorbed in, he was already a great devotee. He was already very familiar with all the different rasas of Krishna and the different mellows of loving exchange with his devotees. Но Рамананда Рай уже был очень-очень возвышенным преданным, который знал толк во всех расах, во всех вкусах взаимоотношений с Кришной. So when Lord Chaitanya met Ramananda Rai, their talks were on the highest level. Поэтому разговор с ним у Господа Чайтаньи проходил на высочайшем уровне. So everything according to time and place and circumstances. Поэтому все происходит в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. When Lord Chaitanya met the Chankasi, they talked about cow killing. Когда Господь Чайтанья встретил Чандакази, они говорили о убийстве коров. It was a different situation, different circumstances. Lord Chaitanya preached in a different way. То есть ситуация была другая, обстоятельства другие, поэтому Господу Чайтанье пришлось проповедовать по-другому. So it's not all one. There is variety in presenting Krishna consciousness. То есть не все едино, а есть вариации того, как мы можем представлять сознание Кришны. We have to understand the nature of a person, and we have to know what is the best way to exchange with them, to help them to come to a higher level of Krishna consciousness. Для этого нужно понять природу человека, который находится перед нами, и понять, как будет наилучшим представить ему сознание Кришны. I remember Srila Prabhupada one time in England, the devotees brought this one man. He was a racing driver. He would drive Formula One racing cars. Помню, в Англии преданные привели к Прабхупаде знаменитого гонщика Формулы-1 на беседу. And he was he'd been the world champion. Который был чемпионом мира. So he met with Srila Prabhupada. And и так он встретился со Шрилой Прабхупадой. And Srila Prabhupada
was speaking very friendly with them. They had a very cordial exchange. Prabhupada was asking him about driving, that, you know, sometimes when you drive, you will feel near to death. И Прабхупада очень сердечно так по-дружески с ним беседовал как раз о вот этих гонках, о машинах. Он говорил, вот вы когда иногда гоняете там, то вы близки очень к смерти. Of course, when you're driving in some motor car races, you know, there's often people killed. So this is something the driver, this racing driver could immediately relate to. Prabhupada was talking about being near to death. То есть, когда вот эти гонки происходят, то, понятно, очень большая опасность с этим сопряжена, и этот гонщик сразу мог как бы оценить вот то, как Шрила Прабхупада это вот связал, вот эту опасность смерти с его занятием. But for somebody else, another man may come, some other Indian gentleman came, and then Prabhupada would ask him, how is your business? Because he's a businessman, so Prabhupada would say, how is your business? И наоборот, когда приходил какой-нибудь индийский джентльмен, бизнесмен, Прабхупада сразу нас спрашивал, как у тебя бизнес-то идет? But Prabhupada would always be able to bring it round to the Krishna conscious philosophy. Но всегда умел Шрила Прабхупада все это в конце концов подвести к философии сознания Кришны. One time in England, you know, we have this Bhaktivedanta Manor, and we have a big garden. And there was one man there who was employed as the gardener to maintain all the plants. В Мэннере, вот в этом поместье в Англии, у нас там большой сад, и там человек один был, который служил, нанятый, ухаживал за этим садом, садовник. So Prabhupada would go for a walk, and Prabhupada met this man and began to speak with him. И Прабхупада на прогулке встретил этого садовника и начал с ним говорить. And the man was saying to Prabhupada that I like sweets. He said, so I've got all false teeth. I don't have any teeth of my own. All my teeth are false because I like sweets so much. И этот человек сказал Прабхупаде, знаете, у меня уже все зубы выпали, поскольку я очень люблю сладости. Prabhupada said, yeah, I also like sweets. Прабхупада сказал, а я тоже люблю сладости. But I eat milk sweets. Но я ем молочные сладости. And I have all my teeth. И поэтому у меня все зубы на месте. He said, you should also eat, you should have been eating milk sweets. Поэтому тебе тоже надо есть молочные сладости. Like this, Prabhupada was giving little jewels of Krishna conscious knowledge to people. И так Прабхупада делился вот так с людьми, как бы жемчужинками философии сознания Кришны. When people would ask Prabhupada, how old are you, Swamiji? Иногда люди спрашивали, Свамиджи, вам сколько лет? Prabhupada would say, I'm the same age as you. А Прабхупада говорил, мне столько же, сколько тебе. And they said, oh, no, you're old man, I'm young. Они удивлялись, говорят, да нет, вы же уже такой старенький, я молодой. Prabhupada would say, no, we are all the same age, we are all eternal souls. А Прабхупада отвечал, нет, у нас одинаковый возраст с вами, ибо мы оба вечные духовные души. Prabhupada would bring them to a higher consciousness. Так Шриле Прабхупаде удавалось поднимать людей к высшему осознанию. They asked for something mundane, but Prabhupada brought it to a higher consciousness. Люди начинали с чего-то мирского, а Прабхупада их подводил к духовному сознанию. Just like one time Prabhupada was traveling in the train in India, and there were some Indian people in the train, they heard there's this great sadhu on the train. So a couple of men, they came through the train and they were very determined to meet Prabhupada. Однажды Шрила Прабхупада путешествовал по Индии в поезде, и там были индусы, которые понимали, что это великая духовная личность, лидер духовный. И они были очень решительны, двое из них настроены, чтобы попасть и встретиться, поговорить с ним. So finally, you know, they pushed their way past the devotees and they got to meet Prabhupada. So then Prabhupada said, yes, what do you want? What can I do for you? И в конце концов им это удалось, они пробились через все окружение Прабхупады. И Прабхупада спросил, хорошо, что я могу для вас сделать?
And they said, Swamiji, give us your blessings. We want your blessings. И они сказали, Свамиджи, дайте, пожалуйста, нам ваше благословение. Мы очень этого хотим. So Prabhupada said, oh, what are these blessings? What blessings is it you want? И Прабхупада ответил, да, а каких вы хотите благословений? So then the one man said, oh, it's my back. I'm having a lot of problems with my back. И один из них стал говорить, у меня спина уже замучила, Прабхупада. And the other man said, it's my business. Can you help my business? А другой, у меня с бизнесом не ладится. Помогите. Prabhupada said, I bless you that you can become like this man. А Прабхупада сказал, я благословляю вас, чтобы вы стали вот как этот человек. You can get nice shaped head. У вас будет прекрасная обритая голова. A nice saffron cloth. Замечательная шафрановая одежда. Renounced person. Вы станете отреченным человеком. They said, oh, Swamiji, no, no, they ran away. И они закричали, нет, нет, Свамиджи, и убежали. So, Prabhupada liked this. He knew how to deal with people too. Help them to appreciate Krishna consciousness more completely. So Prabhupada, have a complete understanding what is Krishna consciousness. Prabhupada вот умел общаться с людьми, чтобы они могли приближаться к более полному пониманию, более глубокому пониманию сознания Кришны. Questions, everything should be in questions and answers. Everything should be in relation to Krishna. Итак, все вопросы должны быть связаны с Кришной. Because when Krishna when it's all in connection to Krishna, then we are satisfied. Then we can be peaceful. Ибо когда это происходит, все связано с Кришной, то тогда мы чувствуем удовлетворение и успокаиваемся. Everything else is on the material platform. Все остальное находится на мирском уровне. Identifying, struggling with the mind, senses, the body. Отождествляя себя с умом, чувствами, со своим телом, мы постоянно испытываем какие-то затруднения. Keep us in the material existence. И все это держит нас в материальном существовании. Okay, any questions? Есть ли вопросы? Вы сказали о том, что игры Кришны – это сокровенная тема, которую следует обсуждать масса. А как насчет игр Господа Чайтаньи, Чайтаньи Чайтаньи, Чайтаньи Бхагавата? Можно ли их обсуждать? И на каком уровне как нужно читать, обсуждать? И это вот Кришна слива из confidential subject matter, but what about Lord Chaitanya's Lila? Can we discuss it publicly or also have some prohibitions? At least read about it. Well, Lord Chaitanya's talks with Ramananda Roy are confidential. Ну вот, например, беседа Господа Чайтаньи с Рамананда Роем считается сокровенной. If one is not sufficiently advanced in Krishna consciousness, they will not appreciate fully Ramananda Roy's talks with Lord Chaitanya. Если человек недостаточно продвинут в сознании Кришны, то он не сможет по достоинству оценить вот эту беседу Господа Чайтаньи и Рамананды Рая. Но в общем-то о играх Господа Чайтаньи можно без проблем говорить. Lord Chaitanya is very merciful. Ибо Господь Чайтанья очень милостив. Lord Chaitanya comes in the role of a devotee. Ибо Господь Чайтанья пришел в роли преданного. So, Lord Krishna is a different thing. Lord Krishna comes as the Supreme Lord. He comes to show the pastimes of the spiritual world. В случае с Господом Кришной это другое. Он именно пришел как Верховный Господь и показывал нам игры духовного мира. Sometimes people, you know, if you preach in a Buddhist country, they may say, oh, I don't like this God, you know, he's always with a woman, you know, I want a God who is renounced. Например, когда вы проповедуете в буддийских странах, они могут говорить, мне не нравится вообще ваш Бог, он постоянно в окружении женщин,
мне нравится Бог отреченный. Okay. So Lord Chaitanya is very renounced. Так вот, хорошо, для них Господь Чайтанья очень отреченный. No woman could come near him. Никакая женщина даже близко не могла подойти. He's the most renowned sannyasi. Наиболее был отреченным саньяси. So if they want to see renunciation, you can see that in the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Хотите отречения? Пожалуйста, в играх Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Sarvabhauma Bhattacharya glorified Lord Chaitanya like that. Вот за это и прославил Sarvabhauma Bhattacharya Господа Чайтанья. Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga Shikshaka Eka Purusha Purana Shri Krishna Chaitanya Shirera Dari Kripambudir Yastvam Aham Prapaji. Sarvabhauma Bhattacharya is saying, I offer my respects to Lord Chaitanya Mahaprabhu, who has appeared in this golden color to reveal, to show us the path of devotion along with renunciation, vairagya, and vidya, learning. Renunciation and learning along with pure devotion. Вот в этом стихе Sarvabhauma Bhattacharya говорит, что я выражаю свое почтение Шри Кришна Чайтанье Махапрабху, который пришел в этом золотом воплощении, чтобы обучить нас двум вещам: вайрагья, отреченности, и виде, знанию, которые приводят нас к любви к Богу. This knowledge had almost been lost in the course of time. Это знание было утрачено с течением времени. But Lord Chaitanya had brought it out. It brought it again. Но Господь Чайтанья его снова возродил. Naturally, questions arise: how to learn this art, how to approach to different people differently in order to present them Krishna consciousness properly. How to develop this art? Oh, this is not possible unless we on same level like Prabhupada. Я спросил, как научиться вот этому искусству, как у Прабхупады, как разным людям по-разному представлять сознание Кришны? Или это невозможно, пока не находишься на таком же уровне, ну, на духовном уровне, и это будет все искусственно? Well, generally in our preaching, we want to look for points which we have in common with people. Обычно проповедуя, мы должны находить такие точки соприкосновения, которые одинаково, как бы, ну, интерес, которые, как сказать, которые понятны будут людям. We don't want to look. We don't want to be finding things where we have different opinions and then arguing about them with the people. То есть нужно находить такие предметы, по которым у нас есть согласие, как, ну, как у проповедников и у слушающих. То есть нужно избегать таких моментов, где у нас могут быть разные мнения, понимания, и может возникнуть спор. For example, somebody may say, I have my own religion, thank you. Кто-то может сказать, например, спасибо, у меня вообще своя религия есть. So we should say, oh, very good, you have a religion. That's very nice. You know, most people, they don't have religion. Вот пример такого диалога. Он говорит, у меня есть религия, вам спасибо, как бы ничего не надо. Вы говорите, да, замечательно, так это же здорово, потому что у большинства людей вообще никакой религии нет. There's so much atheism in the world today, isn't it terrible? Сейчас же вот столько атеизма в мире распространено, не правда ли это ужасно? I'm so glad you're a religious person. I thought you look like a good person. Я так счастлив, что вы такой религиозный человек. Я так и думал, вот поэтому вы так мне показались таким хорошим человеком. Yeah, they have a different religion, but at least they have a religion. So see what they have, what you have in common with them, and then, you know, take advantage of that. Итак, вы таким образом подчеркнули, что он религиозный, неважно, что даже это другая религия, как ему кажется, и нашли вот общую точку, и вот от этого отталкиваетесь. You don't want to be arguing with them.
То есть, that's very common. Kali-yuga, we argue about everything. А такая калиюжная тенденция будет это начать спорить с ним по любому поводу. So find things which we can agree on and then work with that and try to. Итак, найдите вещи, в которых вы оба согласны с которыми, и оттуда начинайте плясать и развивайте тему. Prabhupada one time in Australia, he was taken to one it was a Franciscan monastery. There were many Christian monks there. Однажды в Австралии Шрила Прабхупаде устроили встречу с монахами-францисканцами. And they were telling Prabhupada about Saint Francis that he would see the he would talk to the trees and the flowers. He'd say, "My dear sister tree, my dear brother squirrel." He would talk to the animals and the flowers and the trees like brothers and sisters. И они рассказывали ему, что святой Франциск мог разговаривать с деревьями, там, с цветами, с белками, и к ним обращался как к братьям, к сестрам. И Прабхупада сказал, это настоящее сознание Бога. То есть он очень это высоко оценил. И, естественно, эти монахи, в свою очередь, очень оценили Прабхупаду за это. We have to learn how to cultivate nice relationships with people. То есть нужно учиться тому, как культивировать такие хорошие взаимоотношения с людьми. Prabhupada said it's easy to make enemies. Прабхупада говорил, что врагов делать легко. It's not easy to make friends. Но друзей трудно. So the success of our preaching is that we can make a friendly relationship with people. Итак, соответственно, успехом нашей проповеди будет то, если мы смогли дружеские отношения установить с людьми. Any other questions? Еще вопросы? Я. Не понимаю, в духовном мире мы не ограничены вот этими всякими телами, мы не ограничены умом и какими-то ментальными убеждениями. Мы исполнены знания совершенного, мы абсолютно чисты. Как тогда в духовном мире формируется индивидуальность? Почему мы не сливаемся в кучу там? I cannot understand, but in the spiritual world we are not bound by this body, mind, our senses, our ignorance and so on, completely pure, and why we don't amalgamate each other, become like mass, homogeneous something like this, because we are completely pure and nothing between us like this. Personality arise. We're eternally individuals. Eternally we have our personality. Вот эту индивидуальность мы ей обладаем вечно. Krishna says in the beginning of Bhagavad Gita, in the beginning of his instruction to Arjuna, never was there a time when I did not exist. Nor you, nor all of these kings, nor in the future will any of us cease to be. Кришна в начале самого Бхагавад-гиты говорит о том, что никогда не было такого времени, чтобы не существовал я, ты или все эти цари, и никогда не будет такого времени, чтобы кто-либо из нас прекратил свое существование. So we have our individuality, we have our personality eternally. Другими словами, наша личность, наша индивидуальность существует вечно. But this personality is not in relation to this body. И эта индивидуальность не относится к телу, материальному телу. This body is changing, it's temporary. Тело – это изменчивая, временная вещь. And of course, there can be a merging. There is the impersonal Brahmajyoti, the impersonalists, their desire is to enter into that oneness of the Brahman.
Есть и такое состояние, если кто желает, можно и потерять свою индивидуальность и раствориться в имперсональном брахмаджьоте, сиянии тела Кришны. But even in that position of merging into the oneness of Brahman, we still have our individuality. И тем не менее, даже там, растворившись в брахмаджьоте, индивидуальность наша сохраняется. Therefore, it's said that impersonalists entering into that brahmajyoti, that at some point they can also fall back from that position. Поэтому говорится, что даже достигнув этой цели, слившись с брахмаджьоти, в конце концов имперсоналисты падают оттуда. Because their intelligence is not fully purified. Поскольку их разум не до конца очищен. Because they are not properly engaged in devotional service. Ибо они не заняты должным образом преданным служением. They have understood they're not the body, but they have not understood their spiritual nature. Они понимают, что не являются телами, но своей духовной природы до конца не понимают. They have not understood their connection with the Supreme Lord. Они не понимают своей связи с Верховным Господом. Therefore, they don't engage in service. Поэтому и не занимаются служением Ему. So you go into that brahmajyoti, stay there for some time, and again fall back to the material world. Они отправляются в брахмаджьоти, какое-то время там пребывают и опять возвращаются в материальный мир. Because no activity, no engagement. Поскольку они не заняли себя духовной деятельностью. But the soul's nature is to be active. А природа души быть активным всегда. We want personality, we want variety. Мы хотим личности, хотим разнообразия. And if you enter into that brahmajyoti, the one in that oneness where there is no variety, where there is no activity, we will become bored. И если мы попадаем в это брахмаджьоти, где нет этого разнообразия, нет активности, то нам скучно в конце концов становится. With the boredom, you come back to the material world. И вот из-за этой скуки мы возвращаемся в материальный мир. Take up material activity. Чтобы хотя бы материальной деятельностью, но заняться. So in the spiritual world there is also variety. И в духовном мире также вот есть разнообразие. But you have to transcend the brahmajyoti. The variety is not in the light. The variety is in the spiritual kingdom. Но для этого нужно превзойти вот эту область брахмаджьоти, где этого разнообразия нет. А оно, это разнообразие царит в духовном царстве уже как таковом. You have to enter into the kingdom of God. There you will find the variety. Нужно попасть именно в царство Бога. Там вы найдете все разнообразие. We have our spiritual identity. We have also a spiritual body, which will manifest when we liberate ourselves from this material body. Then we can manifest our spiritual form. И там у вас будет духовная личность. Вы будете духовной личностью, придете духовное тело, которое проявится полностью, когда вы освободитесь от обусловленности этого материального бытия. So we all have a spiritual form, but we're in ignorance about that form. То есть у вас есть духовная форма, но вы сейчас в невежестве по отношению к ней. We have to get rid of this material. We have to remove, liberate ourselves from this material covering. То есть нужно освободиться от материального покрытия. Get rid of all the karma, which is keeping us in this world. Нужно от кармы освободиться, которая держит нас в этом мире. Then we can understand more of our spiritual identity. Тогда больше станет понятно, что такое наша духовная индивидуальность. What we need to understand at this point is that we are all eternally servants of the Supreme Lord. Сейчас нам нужно сосредоточиться на таком моменте, что мы вечные слуги Верховного Господа. А как там
Там же не надо мыть алтарь, ну там не надо стирать одежду, как там преданное служение осуществляется. And what is the engagement of spirit souls in the spiritual world? Because there is no need for washing the floor, for example, or washing clothes, because everything is perfect there. What is the engagement for God's servants there? Well, in the spiritual world, people will engage in activities, just as we engage in activities here, they will also engage in activities there. Everything is perfect and everything is clean, but still for the purpose of serving Krishna, we will engage in these activities. Там будет вся та же самая деятельность, которую занимаются здесь, в материальном мире. Но поскольку там все совершенно, этой деятельностью занимаются просто потому, что как-то души там заняты со служением, чтобы быть занятым служением. In Vrindavan, Goloka Vrindavan, there are many cows, and they have to be taken care of. Например, на Голоке Вриндаване множество коров, и о них всех нужно заботиться. And there are flowers. You have to pick flowers and make garlands for decorating Krishna. И там цветы есть, и нужно их срывать и делать из них гирлянды, чтобы предлагать их Кришне. There's a lot of service to do there in the spiritual world. То есть там навалом служения в духовном мире. People are all busy. Там все заняты. Hearing and chanting the glories of Krishna. Слушают и воспевают славу Кришны. Prabhupada said these pictures are like windows to the spiritual world. Вот Шрила Прабхупада вот в изображениях всех духовных говорил, что это окна в духовный мир. So yeah, there are cows, there are people, and there's activities. Там есть. And everyone's working and engaged in the service of Krishna. Там есть коровы, люди, разнообразная деятельность, и все работают, чтобы доставить удовольствие Кришне. There's cowherd boys, there's gopis, there's older gopis who are like mother and father to Krishna. Есть мальчики, пастушки, есть молодые пастушки, есть взрослые пастушки, которые в возрасте мамы Кришны. Krishna has also servants there. He has servants in Vrindavan. Есть servants in Dwarka. Есть слуги Кришны во Вриндаване, есть слуги Кришны в Двараке. Depending on our particular rasa with Krishna, we will engage in a particular way. И в зависимости от вашей расы с Кришной, ваших взаимоотношений с ним, вы будете заняты соответствующим образом. Our business is to just be a servant. Но в любом случае наше занятие будет служить. To hear and chant. Слушать. Именно now our business. Yeah. А сейчас наше главное дело – это служить и слушать, и воспевать. When we're qualified, then Krishna will reveal more to us. И когда мы очистимся таким образом и станем квалифицированными, Кришна сам нам откроет чуть больше, сколько считает нужным. First we have to develop the foundation of our service to Krishna. Сначала нам нужно как бы фундамент выстроить наших будущих взаимоотношений с Кришной. Means regularly hearing and chanting. Что значит регулярно слушать и повторять. Developing some taste for the holy name of Krishna. Нужно развить вкус к святому имени Кришны. Правильно ли я поняла? Получается, что у каждого из нас изначально уже есть те отношения с Кришной, то есть у нас уже есть какая-то раса с ним предопределенная, да? То есть мы ее сейчас просто должны вспомнить, какая она конкретно. Она одна из пяти, правильно? И мы уже в духовном мире имеем какую-то роль. Просто мы туда вернемся и займем свое вот это истинное положение, кем мы там были.
Или мы можем стать там кем-то другим? Ну вот, какое-то такое. Понять его? Mm-hmm. So, is it correct understanding that our rasa with Krishna is already there eternally? We already have some particular relationship with him, and during this course of purification, it will be revealed to us. Or we can somehow to be whatever we like. Okay. Well, yes, of course, in some way you can do whatever you like, but you will not be fully satisfied. It won't be fully pleasing to you. Да, сначала Махар сказал, что так и есть. То есть у нас вечные отношения с Кришной, то есть уже наше вечное служение. И в то же время вы можете захотеть делать, что вы хотите, любое другое служение выполнять там, но это не принесет вам такого удовлетворения, как ваше положение изначальное. You try to be, you know, gopi, but you're not meant to be a gopi. You're meant to be maybe be a cowherd boy, you know. So you won't be fully, you won't just, you won't feel right. То есть, если вы, например, изначально мальчик-пастушок, но здесь вот так или иначе захотели стать гопи, то вы даже став гопи, как бы вы не получите удовлетворения полного, потому что вы не гопи. Sanatana Goswami wrote a book called Brihad Bhagavatamrita, and he describes about a personality called Gop Kumar, who was a cowherd boy in Vrindavan. Sanatana Goswami написал такую книгу, как Брихад Бхагаватамрита, и в ней описана такая личность, как Гоп Кумар, который был мальчиком-пастушком. And he describes how Gop Kumar went back to Godhead. And first he went to Vaikuntha, and he was, you know, he didn't feel right there, and he came back, and then he went to Vrindavan, but he was in the wrong rasa, and finally he came to his actual rasa, then he was fully satisfied. И вот этот Гоп Кумар проделал такое большое духовное путешествие. Сначала он попал на Вайкунтху, в духовный мир, но не чувствовал там удовлетворения, потом опять вернулся на землю. И попал уже во Вриндаван, но опять не тем служением занимался. И так до тех пор, пока полностью не попал как бы в десятку, что называется, в свои отношения с Кришной, и тогда только почувствовал полное счастье. Понятно, например, что у меня, например, нет квалификации, да, в каком-то совершенно служить Кришне. А какое качество нужно развивать, чтобы которое Кришна ценит больше всего, как преданному такому кали-южному неквалифицированному? Understandable now that I'm unqualified as a Krishna servant, and what is the most important quality which I should develop for given in order to satisfy Krishna now in my position? What is the most important quality of devotee should I develop? Well, that is obedience to the orders of the spiritual master. Этим качеством является преданность, покорность, верность указанию духовного учителя. Particularly the founder Acharya Srila Prabhupada. Именно основатель Ачарьи Шри Прабхупаде. We want to be very obedient and follow all of his instructions. Мы должны быть очень покорными и следовать его всем наставлениям. That is a sure way to make progress. Это, безусловно, надежнейший путь для прогресса. Serving within the society. Служить в обществе ISKCON. Following four principles, chanting 16 rounds. Следовать четырем принципам, повторять 16 кругов.
Внимательно изучать книги Прабхупады. И совместно, трудясь с преданными, распространять это движение сознания Кришны. Вот это главные вещи. Еще один вопрос. Правильно ли я понимаю, что косвенная проповедь, а именно, ну, например, рассказывать мамам что-то, да, об их детях, о том, что они личные дети, какие-то такие вещи, да, не прямая проповедь сознания Кришны, именно косвенная, она приравнивается к вот по важности к прямой проповеди, правильно понимаю? То есть она ни в коем случае не преуменьшается. Ну вот сейчас просто такое время калиюжное, не все могут принимать именно сразу чистое сознание Кришны. И приходится вот через разные такие материальные вещи, ну что-то рассказывать, какие-то такие законы мироздания, об ученичестве, о позиции ученика. Является ли это вот той самой проповедью? Да. Is it correct to understand that so-called indirect preaching, for example, preach to young mother about what way child spirit soul, it's what kind of servants of God, and so on, some indirect preaching, it's equal in Kali Yuga now in our condition. It's equal to direct preaching about Krishna and so on, because people need to understand so many things, and we don't want to immediately introduce topics of Krishna until we first of all explain more about the soul, the difference between the body and the soul. Ну да, конечно, это же вы не можете прямо говорить сразу людям о Кришне, пока у них не будет каких-то основных моментов понимания, что мы все духовные души, не являемся телами и так далее. First we have to understand who we are, then we can understand more who Krishna is. То есть сначала людям нужно понять, кто же мы такие, а только потом можно говорить, кто такой Кришна. You start telling people about Krishna and they haven't understood that we're not the body, that they will never understand Krishna. То есть, если сразу начать с людьми о Кришне говорить, а при этом они не понимают, что они даже не являются телами, они никогда Кришну не поймут. So first we have to be able to give the proper knowledge to help them to have that faith in Krishna. То есть сначала нужно в людях пробудить веру в Кришну. Otherwise, we're instructing the glories of the Lord to faithless persons. В противном случае мы, получается, будем проповедовать славу Кришны неверующим людям, то есть совершать оскорбление. At the same time, there's an injunction that somehow or other get them attached to Krishna, and the rules and regulations come later. И в то же время существует такое наставление, что так или иначе нужно постараться людям дать какой-то вкус к Кришне. А все правила, предписания придут попозже. So we give them a lot of chanting, the holy name. Поэтому обычно вот много поется Хари Кришна, Святое имя. Everyone can chant the holy name. Ибо это могут делать все. If you have nice musicians, nice kirtan. Если есть хорошие музыканты, хороший киртан можно устроить. Yesterday I was very pleased to hear the devotees chanting very melodiously. Вот вчера я получил большое удовольствие, слушая, как мелодично поют преданные. And one lady was even from the opera, and she was singing Mahamantra in her opera voice. И вот та женщина с оперы, профессионалка, как она замечательно пела Махамантру своим оперным голосом. Yeah, so this house, people, this chanting, this will give people good Krishna consciousness. And then prasadam is also very powerful. Kirtan prasadam very important in the beginning for preaching. И, конечно же, прасад. То есть вот эти две вещи для начинающих, они очень важны. Повторение, воспевание Хари Кришна и прасад.
We don't go too strongly on the philosophy. Сразу как бы мы слишком на философию не напираем. It can come gradually. К этому потихонечку подойдем, постепенно. First of all, knowing more about the difference between the body and the soul. Сначала нужно понять разницу между телом и душой. Gradually coming to understand who's Krishna. И затем уже можно будет потихонечку начать говорить о Кришне. У меня вот, например, ситуация, когда у нас идет проповедь, да, и человек потихонечку начинает понимать, что есть Господь, принимает Господа, пока так неконфессионально принимает Господа. И все ли должны быть вайшнавами? Важно ли стремиться к тому, чтобы все принимали именно Господа как Кришну? Или, например, если человек, проще в православии принять Господа или еще в какой-то другой традиции, это тоже хорошо. И каким-то образом, если вот ты человеку рассказываешь о Господе, а он идет в православную церковь потом, или же нужно все равно каким-то образом его попытаться, дать ему именно вкус служению Кришне именно, Изначальному Верховному Господу. And what is our particular task as preachers? For example, we do some indirect preaching. Gradually people accept this idea that there is God. We don't speak about Krishna yet. And what is our point of endeavors? Should we stop there with, people accept somebody can go to Christianity or so on, or we should try to our best to bring people to Krishna consciousness, to the moment of accepting devotional service, or we can relax with people accept God, but no, you want to give them Krishna consciousness. Да, мы, конечно же, хотим внутренне именно дать Кришну, сознание Кришны людям. Don't just speak about God. Не просто говорить просто о Боге. You have to give God his name. Поскольку мы еще должны дать имя Бога людям. So I said, мы так хотим, по крайней мере. Chanting of the Hare Krishna mantra, very important. Поэтому я и сказал, что повторение Хари Кришна мантры очень важно. Это замечательный хороший киртан. She mean, when she preach somewhere, indirectly in some clubs and so on, where is no possibility for kirtan and so on. No possibility for kirtan. How can you preach? То есть, как я правильно понимаю, если вы там о киртане-то нет речи, да, если вы там проповедуете там мамам каким-то, там вы же киртан с ними не попоете. И поэтому Махарадж говорит, а если не попоешь киртан, то как вы вообще можете проповедовать? Киртан very important. Киртан очень важен. At least you have to teach them how to chant. По крайней мере, нужно научить их, как повторять святое имя. Show them the beats. Показать им четки. Tell them how to chant the mantra. Рассказать, как повторять мантру. Prabhupada said, Krishna consciousness begins with chanting the Maha mantra. Прабхупада говорил, что сознание Кришны начинается с повторения Махамантры. If you just speak about God and you don't teach the chanting of Hare Krishna mantra, it's not very good. Если вы просто говорите о Боге, вот так в общем, и не учите их повторять Хари Кришна мантру, это не очень хорошо. You have to teach people to chant the Maha mantra. Нужно людей учить повторению Махамантры. То есть для этого нужно выстраивать доверительные отношения с человеком, да? Просто вот, например, если он в христианстве, пришел к христианству, он не против вайшнавов, но его напрягает вообще Махамантра, в принципе. То есть это дело времени, я уже, например, могу рассказать, могу показать, как это все делается, но это уже дело выбора, дживы, будет он это делать или нет. Я же не могу наставить, правильно? То есть я могу сделать все, что в моих силах, а там Господь уже милость Господа каким-то образом должна проявляться. И
Вопрос какой, что я должен... Ну, потому что не нужно же в этом случае додавливать. Mm. Человек уже выбрал. Yeah, and for example, went from zero level, we can say we bring people gradually to, for example, accepting him Christianity, and he kind of don't like Vaishnavas, don't take Maha Mantra. Should I relax about him, and or I still should make some endeavor in order to him to accept Hare Krishna? Or we can just remain like friends, okay, you become Christians, okay. Or should I try my best to make him devotee of Krishna? Well, our business in preaching is to give people Krishna. То есть нужно понимать, что наш момент в этом общении с людьми, в попытках нашей проповеди, в том, чтобы дать им Кришну. If you're not going to teach them to chant Krishna's name, you didn't really preach to them. То есть, если вы не можете дать им в своей проповеди Кришну, повторение святого имени, то, по сути, вы им и не проповедуете. But she point with people at least take, for example, Christianity. Don't take Krishna, but Christianity due to her preaching. What's the good of that? Я бы сказал, но по крайней мере человек там с нуля принял хотя бы христианство, вот вайшнавизм еще не принимает, как вы говорите, но христианство. А Махарадж говорит, ну и в чем здесь благо? Нет, я имею в виду, нужно продолжать что-то делать так, чтобы он все-таки как-то принял, или как-то немножко оставить человека в покое, вот в этом случае. And should we, in this case, he accept Christianity, for example, should we try to teach him, father, accept Krishna, yes. Or left him? No. In this point. We should try to... Конечно же, нужно пробовать, чтобы он стал кришнаитом. You've got to give Krishna. То есть нужно дать постараться Кришну ему. What's the good just to make somebody a Christian? В чем благо, что кто-то стал христианином? Meat-eating religion. Ведь это как бы в этом смысле религия мясоедов. Как же вот слова о том, что ну, у каждого свой вкус, да, и Господь сделал много религий, потому что у каждого есть ну, вот, свой вкус к определенным вещам. Ну, вот, у каждого свой путь. Или у всех все-таки путь вайшнава. То есть у меня вот здесь противоречие. And how we can even understand that everybody have his own path, that this is Lord created so many different religions, and people can choose any of them. I cannot understand this. This is like contradictory for me. From one hand, we should make people Krishna conscious. From another hand, so you should find the people who are interested to hear about Krishna. Вам поэтому нужно стараться искать людей, которые именно Кришна интересуются. If they're not interested here about Krishna, then don't waste time. Если они Кришну не интересуются, зачем вы теряете свое время? Find some other people. Ищите других людей. There are so many people. Людей-то навалом. Devotees are very rare. Преданные, да, очень редкое явление. You may have to go through many people before you find one. То есть поэтому нужно как бы большую такую выборку, большую работу провести, чтобы найти одного преданного. But don't be disappointed. Но пускай вас это не смущает. Just keep trying. Продолжайте просто стараться. If one person's not interested, just like when they go to distribute books,
One man doesn't want the book. Okay, they go to another person. Это вот как на распространение книг. Одному предлагаешь, он интересуется, хорошо, следующий, и так находится, в конце концов, кто берет. То же самое, вы хотите говорить людям о Кришне, если людей это не интересует, хорошо, ищите из новых. А как сохранять, сказано, что нужно сохранять почтение каждому, да, быть смирением на травинке и сохранять почтение к каждому. Очень сложно сохранять почтение, когда человек не интересуется Кришной, Богом и вообще в невежестве в полном. Как быть в этой ситуации? Ну, сказано, не общайтесь с непреданными, но жизнь такова, что мы ездим в автобусах, там подсаживаются люди, начинают разговаривать. Как почтение вот это сохранить в таких ситуациях? Что нужно делать, как себя правильно вести? В том смысле, что они такие, как бы, ну, плохие какие-то качества проявляют, да? А мне нужно их уважать все равно? Или что? Ну да. К чему? В чем проблема? Ну, например, сегодня ко мне подсел мужчина в автобусе с дедушкой и начал там власть ругать и что-то такое. И в силу его даже возраста я должна была к нему, но я просто молча отвернулась и смотрела в окно и все время думала, зачем мне эта ситуация, как мне себя правильно вести, чтобы сохранить почтение к нему, и при этом я не хочу обсуждать с ним совершенно власть, ругать ее и так далее, поддерживать эту беседу. Я каждый раз в таких ситуациях теряюсь, подобных, не обязательно там дедушку. То есть как его продолжать уважать? Хотя... Что значит сохранять почтение? Что это значит? So what mean with third Trinata piece начиная third verse of Шикшаштака in practice that we should amana manadena give all respect to other although we always associate with some materialistic persons with bad qualities we forced to associate with them we are living in material world but we are so bad, we can say, but we should be manadana. How to understand this and practice this instruction of Lord Chaitanya? Well, simply that we're humble and we're not, we don't put any demands on other people. We're tolerant, but we tolerate people like somebody's bad habits, they're a meat eater, they're a drunkard. Okay, you know, we tolerate these things. Вот это уважение будет проявляться к таким людям, и мясоедам, и алкоголикам, и так далее, в том, что мы просто терпим их. Мы терпим и смиренно себя как бы ведем. We don't associate. И ничего, мы ничего как бы не требуем от них. We don't associate intimately with such people. Близко с ними мы не общаемся. But at the same time, they're souls. They're individual. They're part and parcel of Krishna. И в то же время мы понимаем, что они души, неотъемлемые частицы Кришны. And they're struggling with their material karma. Которые вот со своей кармой тяжело так борются. So we respect them all as being part and parcel of Lord Krishna. Мы уважаем их как частицы духовной Кришны. We know in their material body there's a soul. Мы понимаем, что в этих материальных телах пребывает душа. So when we respect them, we respect that soul, which is in their body. И вот это уважение к ним, о котором вы говорите, это уважение к ним как к душам. But we're careful about it. We don't want to get too close. We don't want to associate with people. А насчет вот как раз внешнего проявления вот этих тел их и всех их перечисленных разных вещей, мы очень осторожно с этим и общаться не хотим. But at the same time, we can give them proper honor and respect. How are you? Good morning, sir. Good day. How are you? И в то же время никаких проблем нет вот во внешнем таком проявлении уважения, почтения. Доброе утро. Как дела? Как вы?
You know, they are also people. We live in the world with other people. Они же люди тоже. Мы живем вот вокруг среди людей. So Prabhupada said, was asked how to recognize a devotee. Prabhupada said he would be a perfect gentleman. In other words, he would be well mannered. Вот об этом Прабхупада сказал, когда его спросили, как распознать преданного вот среди остальных людей. Он сказал, преданный – это совершенный джентльмен, то есть у него будут очень хорошие манеры. Он будет очень вежливо говорить с другими людьми. Хотя, конечно же, мы думаем по-другому, чем они. Because they are also part and parcel of Krishna, so we respect them. Но мы их, тем не менее, уважаем, потому что они тоже частицы Кришны. Ну, могу ли я не поддерживать этот разговор, если это, например, разговор с пьяными мужчинами? Мне, в принципе, как матаджи, вообще не положено, наверное, с посторонними пьяными мужчинами общаться. То есть, сохраняя все внутреннее к нему уважение, я могу просто развернуться и уйти или нет? Я почему-то вот стою и слушаю 10 минут. Some particular case, for example, some drunken man approached to her with some nonsense talk, political talk, for example, and should I just go away, or I should listen to him, and after this, I feel myself contaminated fully. What in this case will be respect to him? A drunken man approach you, a single woman. То есть пьяный мужчина обращается к вам, одинокой женщине. Yeah, then you should simply say, excuse me, I'm sorry, I don't have time. Вы должны просто сказать, извините, пожалуйста, у меня нет времени. I have urgent work waiting. Мне нужно срочно идти. You make some excuse. То есть попросите какой-то придумайте предлог. You're not expected to stand and be polite to some drunk man. Вот к пьяницам вообще не ожидается какого-то вежливости такой. But you can politely excuse yourself. Но вежливо можете попросить прощения и из этой ситуации выйти. Okay, Hare Krishna. You had a question? Гуру Махарадж, как развить чувство ответственности за свою жизнь, ну, чтобы не тратить попусту время, а использовать время, которое выделено нам именно для духовного развития, научиться ценить время? How to develop sense of responsibility for our lives, in order to not wasting our time and try to spend all our time for spiritual development. How to develop this feeling of responsibility for life. Well, stay in the association of devotees. Для этого нужно оставаться в обществе преданных. Practice all the principle, all the program of devotional service. И следовать всем как бы пунктам преданного служения, принимать участие в преданном служении. You have to regularly hear. You have to make a program, daily program, hearing. Должна быть ежедневная программа слушания и повторения. Has to be daily. Has to go on. Это должно быть на ежедневной основе непрерывно продолжаться. Right. No days off. Не должно быть выходных. You get a job, you get days off, holidays. В этом смысле, то есть как вот у материалистов есть рабочие дни, а есть выходные. Вот в отношении слушания и повторения выходных не должно быть. Full engagement in Krishna consciousness. То есть должна быть постоянно занятость преданным служением. Krishna conscious activities, they're so pleasurable, we don't want a day off. Ибо преданное служение настолько большую радость приносит, что и выходных-то и не хочется.
so satisfied in the service of Krishna. We don't want anything else. Мы должны так быть довольны в сознании Кришны, в служении Кришне, что и другого нам ничего и хотеться не должно. А если как бы нет такого удовлетворения, то, ну, значит, я занимаюсь, ну, как-то или неправильно что-то делаю, или занимаюсь не той деятельностью. But if I don't have such satisfaction, it means I do something wrong or do some activity in devotional service which is not related to me particularly. It usually means you're holding on to some material desire. Обычно неудовлетворенность означает, что мы держимся за какие-то материальные желания. Holding on to some kind of attachments to enjoying the material world. За какие-то привязанности в попытках наслаждаться материальным миром. That obstructs us from tasting the real pleasure of devotional service. И это препятствие к тому, чтобы испытывать настоящий вкус от преданного служения. And anyway, it takes time. It takes some time. It's not immediate that we can just immediately let go of everything. И это требует времени. То есть невозможно сразу так сделать, чтобы все ненужное нас ушло от нас. That's why in Vedic system there's varnashram. You go through the different ashrams. Поэтому ведическая система подразумевает различные ашрамы. Gradually you come to be able to renounce and give up all these attachments. То есть постепенно человек избавляется от всех своих привязанностей и приходит к уровню отречения. Yes. Скажите, пожалуйста, ну вот для того, чтобы куда-то идти, надо понять, где я нахожусь. То есть вопрос о том, как нам понять свой уровень, как понять, что у меня есть должен, свое положение, да, понять. Я так понимаю, что где-то нужно найти зеркало соответствующее, да? So in order to go somewhere, we should understand where we are now. So the question is, how we can understand our real level, and when we can do accordingly. What is the mirror we can say and we can see in this mirror and understand now we are like this and on such and such level. Well, we should know ourselves how much we're attached to material enjoyment. Это мы сами можем прекрасно как бы тестировать себя сами, проверять, насколько мы привязаны к материальным наслаждениям. We should know ourselves. What is our weaknesses? То есть мы сами же все прекрасно знаем все свои слабости. What is our strength? Свои сильные стороны. And we have to take advantage of senior association and the guidance which we get from senior devotees. И при этом нужно пользоваться всеми преимуществами общения со старшими преданными. People who've been practicing Krishna consciousness for a long time, they can guide us better. Нам могут дать ценные наставления те, кто давно уже практикует сознание Кришны. So like that association is all people who associate with you will also be observing you and they'll have some idea where you are. They can see how much you're interested in Krishna. How much do you like to hear? Тем преданным, которые окружают вас, в принципе, несложно видеть ваш уровень интереса к этим всем вещам, к Кришне, насколько вам нравится слушать, служить, это они могут видеть. Just like when Prabhupada was initiated, his spiritual master, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada said, oh yes, I have noted him. He likes to hear. He does not go away.
Например, вот о Шриле Прабхупаде Бхактистан Сарасвати, его духовный учитель, сказал, когда ему предложили кандидатуру для посвящения Шриле Прабхупаду, он сказал: «О, да, ему я дам посвящение, я заметил это, что он любит слушать и никогда не уходит». So like that people can understand how much you have an attachment for spiritual activities and they can direct you. То есть другие могут увидеть, понять, насколько вы привязаны к духовной деятельности и какой-то дать вам какие-то давать советы. And you have to also consider your situation in the world and the responsibilities which you may have. Также вы должны учитывать свое положение в миру, ту меру ответственности, которую вы там несете. Вот это и то надо как-то соразмерять. И вот, понимая хорошо и другое, вы можете понять, ну, что вам дальше делать, как продвигаться. И, ну, естественно, это определяет ваш уровень. Окей. Хари Кришна. А еще можно вопрос? Скажите, пожалуйста, всегда ли вот, у совершенного преданного, да, у того, кто сидит, ну пусть не совершенно, но все делает правильно, идет в верном направлении, всегда ли у него хорошие взаимоотношения со своей семьей? Будем говорить, семья, от которой нельзя убежать, да, муж, дети. Показатель ли это вот, наличие каких-то хороших отношений, какой-то близости? Я знаю, что у них всех вторая половинка тоже преданный. Как-то надо с этим жить, и от этого не убежишь. Всегда ли должны быть хорошие отношения? Показатель ли, что отсутствие там, какой-то близости душевной, это, ну, значит, ты не туда идешь, не к Кришне? Именно с непреданными? Ну, вообще с мужем, с детьми, с семьей. Ну, если, а если они преданные все? Ну, если преданные, тоже же может не обязательно оставаться. Может, еще все начинающие, кто не слышал. Can we take this as criteria for our advancement with our relationship with our family? It doesn't matter if we are devotees or non-devotees, always good. Or is it possible that I am, for example, nice devotee, advanced devotee, but my relationship with family not good? Is it possible to be like this? Or it should be, how to say, obligatory, that if I advanced devotee, my relationship with family always good, should be always good. Yes, if you're an advanced devotee, then you'll be careful to have nice relationship with the family. Да, если вы действительно продвинутый преданный, хороший преданный, то вы будете очень внимательны к вот этому моменту, чтобы отношения ваши с семьей, с членами семьи были хорошими. The advanced devotee will know how to act in such a way to keep good relationships with the family. Продвинутый преданный будет знает, как поддерживать хорошие отношения с членами семьи. Fanatic devotee, a neophyte devotee, then often they have very bad relationships with the family because they don't know how to deal properly. И наоборот, новичок преданный, фанатичный, он часто имеет отвратительные отношения с близкими, ибо он не знает, как себя вести с другими людьми. Have to be very careful. Нужно быть очень внимательным. So we try to guide new people not to be too radical, not to be too fanatical in dealing with their family. Поэтому мы всегда стараемся вдохновить новичков на то, чтобы они не были слишком радикальными и фанатичными в отношениях с родственниками. Keep nice relationships,
help the family to respect Krishna consciousness. Если у вас удастся выстроить отношения с родственниками хорошие, то это поможет им принять, как бы оценить вот, сознание Кришны и его благо. An important point. Это важный момент. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Его святейшество Джа. Его святейшество Нарсимха Махарадж. Джа.